Приветствую всех, друзья. Ну что ж, наконец-то мы добрались до этого храма, который я пытался довольно-таки долго добраться. Инос с тобой, брат. Да-да-да. Что ты тут делаешь? Я исследую. Раньше, до происшествия с рунами, я был мастером магии превращения. А теперь? Теперь я кажусь себе обычным крестьянином. Но до моих ушей дошел слух, что есть другие пути превращения. Откуда ты... От людей, которые превращались, не будучи при этом магами. Представь, если бы я тоже так мог. Тогда все было бы как раньше. Что тебе нужно? Ты когда-нибудь слышал про друидов? Да. У них есть камень, который придает им силу. Этот камень нужен мне. Я принес... Превосходно. Без своей магии я не смогу прожить снаружи и часа. Ты мое спасение. Где я могу найти друида? В клане Волка есть один охотник. Его зовут Багир. Я уверен, что он друид. Что я... В библиотеке я нашел одну очень древнюю книгу. Мне она точно не пригодится. Я дам ее тебе. А? Ты можешь мне... О, да. Но все это безнадежно. Если ты хочешь, я расскажу тебе о давно забытом знании. Идите вы лесом. Иннос с тобой. Да, что привело тебя в библиотеку? Я просто... Верхние комнаты в твоем распоряжении, но, пожалуйста, в нижних комнатах хранятся самые древние... Входить туда можно только квалифицированному персоналу. Слишком велика, если поймешь, что тебе нужно. Я ищу магию и древнюю мудрость. Тогда ты пришел. Я провел много времени в этих катакомбах. Пожалуй, И все. Так, я надеюсь, у них книг тут много. Древнее знание это меня поднять не помешало бы. Ну ладно, так, Мильтона надо. Отдай Мильтона. Мильтон. Что такое? О. Да иди ты лесом. Слава Инносу! Должен извиниться. Я Как же? Ну, как-нибудь побольше. Надеюсь, разочарование не слишком велико. Нет, конечно, нет. Я еще... Этот монастырь является оплотом нашей библиотеки. Даргот, наш библиотекарь, поможет. Двери часовни все. Лично. Ты... Я... Есть... Я... Он... Да хорош. Я... О, Мильтон, будет лучше, если ты отнесешь... Так. Кого-то в... Пос... Теперь он... И ты... Да идите вы себе. Где он? В святилище. В переднем дворе мон... Да я понял. В самой жопе вашего домика он и находит. Ладно. Я ничего для торговли нету. Так, а здесь у нас что вообще? О! Иннос, да прибудет с тобой, брат. Из чего я тебе братом стал? Ну да. Что ты делаешь? Молюсь. За себя и за своих братьев. Многие из нас, паладинов, отвернулись от Ин... А ты нет? Нет.
Для меня это испытание. Испытание моей веры и решимости. И с помощью Инноса я выдержу его. Я за тебя рад, очень. Ты у меня Ну ты ему показал. Ты что? Не объясни вообще, что здесь происходит. Какого лешего этих хрена сюда нахуй? Может, хватит стоять? Ё-моё. Ну я тебе покажу. Хватало, чтобы эти кретины здесь кого-то убили. Зря ты со мной связался. Как они здесь так оказались, вы лучше мне расскажите. Я тебя прикончу. Но я тебе покажу. Че, в главном храме их не что? Да ладно. Можно подумать, у меня без этого проблем. Погоди, дружок. Понятно все. Прикольно. Кто-то сомневался. Так, ну пока там с ним махается, тогда я сейчас поем немного. Да и пойду его там по спинке поглажу. Ничем. Я смотрю, тут практически на каждый город совершаются различного рода нападения. Попытненько, кстати. Теперь ты. Я как овцу разделаю. Я тебе покажу. Сейчас ты получишь. Йо, ух, ни хрена не ударчик. Ладно, продолжаем обедать. Тебе голову откручу. Погоди, дружок. Получается же. Никто. Никто. Без разрешения мастера. Мне надо к Мельта. Я никого не могу... Это важно. Хорошо, проходи. И все, так сложно. Ладно. Так, Мильтон, надеюсь, ты не продашь чертеж доспеха. Это тут, конечно, жопа у них. А, так это я в храм-то и провалился к нему, что ли, получается? А, вот и ты. А я уже думал, когда же ты здесь появишься? Ни хрена себе, когда ты здесь появишься.
Ты нашел магию? Да, Инос дал мне несколько заклинаний. Если хочешь, то я могу попробовать научить тебя им. Дракона по этой земле. Так, это катастрофа. Избавиться от этих созданий, а было вступить в бой с драконами. Размерами они приводят мне, по крайней мере. И драконы не все равно больше. Разумеется, это станет спиртовой проблемой. Так. А, так я всех драконов завалил, что ли? Да ладно. Четыре дракона. И у меня их было 5. Так, три дракона в Миртане. Что за нахрен? Паранья. Паран, да? Паран на равнине, значит, еще какой-то дракон был. Ладненько. С Оливером я встретил его в Миртане. Он рассказал. Я присоединился к наверх. А, блин. Почему? У тебя к этому талант. В этом месте может произойти велик, поэтому ты не мог уйти далеко. Что здесь произойдет? Этого я не знаю. Однажды на этом месте Инос сошел в наш мир. Может быть. Почему? Похоже, судьба ожидает тебя именно сейчас. Спящий. Это могла быть и случайность, но еще и дракон. Очень маловероятно. Ты что-то особенное, и ты играешь особую роль. Что я должен? Этого я не знаю, но пока ты этого тоже не знаешь. Один из них я уже нашел. Теперь нам нужны остальные. Где? Мы послали на поиски кубков нескольких паладин. Ступай и поглядывай. Понятно. Расскажи мне подробнее. Я узнал, как с их помощью вернуть кубки были выкованы для первых паладинов. Здесь, в этой пещере, в очищающем огне Иноса, в эти кубки вложили могучую магию. Паладина, испившего из этого кубка, Инос наполнял такой силой, что он мог творить магию. Но все это давно позади. Ей на смену пришла рунная. Как говорится, просто не повезло. Их сила лишь угасла, но не исчезла. Здесь, на этом месте, мы сможем возвратить. Каким способом? Если у нас будут все 12 кубков, мы бросим их в священ. И что тогда? Тогда они наполнятся. После этого нужно лишь отнести их паладинам. Вот, возьми мой кубок. У тебя ему будет надежнее. Теперь отыщи остальные. Ох, я хочу так поматериться, друзья. Ничего нового. То есть дракон там еще где-то ракшаса. Даже не знаю, где-то на равнине, сказал он, да? Пустыня, если я правильно прочитал. Так, значит, здесь я не могу ничего сделать так драконом. Блин.
Эх, нахрена я сюда пёрся? Ничего не получить. Раз. Ну ладно, давай-ка посмотрим для начала. Так, награда победителю драконов. Ну давай посмотрим. Я даже не представляю, что могу вас благодарить. Думывает он тут. Аль. Сука. Альтус. Фу ты, блин. У Альтуса. И Альтуса. Ну пошли Альтуса искать, блин. Это тот уровень, которого я вначале, что ли, видел? Блин, дайте мне, сволочи, доспех охотника на драконов. Совсем борзели. Никакие глупости, ясно? Ой, глупости, блин. Их перережу. Воевал с драконами, воевал с теми, с этими. Если я ничего взамен не получу, будете бледно, блин, выглядеть. Я вообще не завопился. Именем Инноса, ты первый гость с тех пор, как здесь появился новый маг. Приятно опять увидеть. А что? Сейчас нас не... Многие из нас погибли на войне. Да что я говорю? Иди лучше к мастеру Аль. Он обрадуется новостям. Утратив... А ты... Не... Да. Можешь дать мне 5 из них? Тогда я, наконец, опять смогу заняться волшебством. Я всего... Что же я могу тебе дать? Что насчет свитков с заклинаниями? Согласен. У меня есть свиток с заклинанием на воскрешение. Он очень ценный, но я не могу им пользоваться. У меня не хватает силы. Вот. Отлично. Вот твой свиток с заклинаниями. Если тебе еще что-нибудь нужно, я посмотрю, что я еще могу. Да, есть огненные стрелы у тебя, чувак. Спасибо. Огненный шар давай купим. А чё ты свои напитки не хочешь пить, дяденька? Так, ну немножко, конечно, заклинаний, сосудов, кое-что топнуто у тебя нету. Не дождь. ПЗ. Ладно, пошли этого чудика-юдика искать. Его там видел-то вообще. Да знаю, я знаю. Ему это лучше знать. Вот отсюда я бежал. Я точно. Только заканчивай с этим. Ты действительно... И где мне его, блин, искать? Шина. Иви где? Послушал бы моего совета. Эйден. Речь уже, конечно. Может, он в библиотеке тусует. Да. Может, может и не может. Блин, а тут библиотека у них. Маленькая, блин. Башню Ксардоса, конечно, сократили по полной. Библиотека, смотрю, здесь такая, не кислая. Японская блоха. Ни хрена она тут размера. Ого.
Как-то здесь пустовато, если честно. Очень сильно пустовато. И что, мне потом наверх подниматься, поэтому... Ой, ужасу. Блин, хоть бы в комнате что-то расположили, интересно. Так, а ну-ка почитаем. Тут что-то об алхимии. Конечно, мне сейчас алхимия очень важна, нужна. Сломано. Рабар укрылся в пещере, но зверь выследил его. И Рабар почувствовал его. Он нашел в пещере меч и убил зверя одним ударом. Так, древнее знание, это гуд. Я это уже знаю. Плохо. Так, вот это еще хуже. Я еще не готов к этому. Чё? Я еще не готов к этому. Ты серьезно сейчас мне это сказал? Как это понять, ты еще не готов к этому? Ага. А, блин. Нет, не смешно, это глупо. Так, в библиотеке этого чудика нет. Не нужно. Хотя бы подняли древнее знание, уже хорошо. Не зря хоть сходил. Да, у нас серьезная проблема. Так, я понять не могу. Не думаю, что я хочу слышать об этом. Я подумаю. Какой еще? Милтон. Он. Да я понял. Блин, где мне этого искать Козлевича? А там Милтон. Это да. А если было все так просто? Ох, кажется, мы его убили. Это бы проблемой. Добро пожаловать, брат. Времена тяжелые. Ты ведь не... Нет, я из Миртаны. Я... Вообще неинтересно слушать, откуда ты тут. Можешь мне... Дал бы, но моих скудных запас... Что мне... Я добуду тебя. О, я рад, что хоть... Вот. Отлично. Я... Вот и конец. Так, у него есть зелье, конечно, по одному, а три не то, что я искал. Так. Там. Плохо дело, плохо.
Блин, его реально ж могли убить. Я не вижу его. Яй. Вот это вот беда, друзья, беда бедовая. Я не могу найти этого долбанного колдуна. Хреново дело, хреново. Где же его искать тогда получается? Так, сколько там времени вообще запись идет? Надо посмотреть, 25 минут, 26. Давайте еще 5 минут побегаем, попробую его найти. Я чувствую, если его нету, то это хорошо запоротый квест. Тут дурацкий ветер мне нравится. Какой-нибудь бомжатник где-нибудь поспать. Ладно, все кровати свободные, давай отдохнем. Все. Тишина и спокойствие. Достал меня тут. Ушам зараза бьет. Больше не надо думать о драконах, драконы, я все еще не могу в это поверить, драконы обитали. Да. Это мертвы они. Оружие. Блин, начинает. Давай попробуем. Мы не знаем, можно ли тебе доверить. Хорошо. Где мне, блин, достать тут доспех этого дракона? Прям-то я достал. То есть я пинал драконов просто так, да? Очень приятно.
Так, ладненько, друзья, буду сейчас я заканчивать эту серию. Я, конечно, в ауте, в шоке. Я думал, хоть здесь надыбывают доспех драконоборца, в итоге фиг ночевал. А, очень приятно. Ладно, побегаю я здесь, может, найду, смогу что-нибудь приятно. Хотя сейчас в интернете посмотрю, где он. Всем удачи, всем пока.